Друзья, всех приветствует Станислав Посланчик, выставка «Охота и рыболовство на Руси». Привет, друзья! Я Александр Могилкин, компания «Левша НН». Зашел на стенд к Илье Васильеву, мы с ним познакомились тут на выставке. Друзья, всем привет! Меня зовут Валерий Маслов. Я двукратный чемпион мира по ловле на мормышку со льда. К сожалению, наш спорт предусматривает ловлю на натуральные насадки. Но второе, мое увлечение с недавних пор – это ловля на безмотылку. И год назад мы познакомились с Ильей Васильевым. Я ему очень благодарен за то, что он мне собрал, по сути, первую мою безмотыльную снасть. Он мне подобрал кивочек, с учетом моих пожеланий, подобрал несколько мормышек, которые подходили под этот кивок. В своем поиске идеальной мормышки, идеального кивка я познакомился с Ильей Васильевым. Мормышки эти, конечно, очень классные. Некоторыми я ловлю вот с самого первого дня, и до сих пор ни на одной мормышке не облезла краска. Посмотрел мормышки. Блин, классные мормышки, мне очень нравятся. Профессионально сделаны, качественно, прям достойный мой конкурент. Вот. В хорошем смысле слова. Мормышки эти с отличным крючком. Они реально очень острые, очень цепкие. Правильная ось отверстия. И, что самое главное, особенно для начинающих безмотыльщиков, я на все мормышки поймал рыбу. Иногда вот рыбачишь, думаешь, а вот на эту поймаю, раз привязал и поймал. Взял другую мормышку, поймал. То есть, друзья, все мормышки ловят, реально. Это мормышки премиум-класса, ручная работа непосредственно самого мастера Ильи. Мормышки реально соответствуют премиум-классу. Прям не придерешься ни к чему. Качество вот прям на высоте. Но важной частью в снасти, конечно, является еще и кивок. Рабочие свойства, характеристики, конечно, надо смотреть на воде, но качество исполнения супер. Ласточки на крыло – это вообще уникальная вещь. Аналогов я пока не встречал, не видел. Отличная ветроустойчивость, а двойной плюс – его форма. Сомнения должны быть сведены к минимуму. У вас должна быть проверенная, такая наверняка уловистая снасть. Вот мормышки премиум-класса, кивок, не имеющий аналогов. И тогда вы можете ставить эксперименты с проводкой и быть уверены в том, что у вас правильная снасть, на которую рыба обязательно клюнет. И все у вас будет отлично. Вы всегда будете с уловом.